Ялтинской киностудии. Мы пришли, думали, здесь может концерт какой будет. Ну тут фильмы показывают сегодня бесплатные. Ну, мы не пойдем в кино, конечно. Все фильмы мы просмотрели давно еще. А что это здесь? Красная палатка. Да, все в порядке. А вот на диванах, на пуфиках смотрят фильм. Вот где. На улице. Комбайнером, о котором мы уже писали, я узнаю не из нашей газеты. Но пустить такой материал, как первый в труде, первый в спорте. Александр Ханжонков, основатель Ялтинской киностудии, 1917 год. Киногостиная на Ялтинской киностудии. Ялтинская киностудия, улица Советская. Улица Советская. То есть Севастопольская улица Советская. Тут днем это кустик. Приморский пляж. Ты какой число, не знаешь? 14 июля, Ялта. Народу дофига. До обеда солнце было, после обеда солнца нету, но духота, жара, короче. Народу много, по набережной еще гуляли, везде люди, короче. Здесь зонты вон расправили под зонтами. Пошли дальше. Сашу хотим устроить в эклере. А, красивые такие. Ну, будем теперь эклеры, бутик эклеров рекламировать. Ну, тут недалеко это до конца набережная. Хорошее местечко. Чисто тут море. Что еще надо? Я сейчас искупаюсь, наверное. Плохо чувствую себя. Затянуло небо. Устроили на работу. Сколько дней там это? Стажировка? Да. Ну, он сказал, через 3 дня уже спрашивают все. Так, расскажи. Ну, 3 дня стажировка получается. Эти вообще нулевые положили. Вот эти прошлогодние, видите? Здесь я вот нашел кабинку аккуратную. Ну и это. Душ. И народу поменьше.
Давай увидимся на набережной. Такое море-то. Ну оно светлая вода, просто солнца нету. Теплая, градусов 23 походу. Нормально. Искупался. А что я, два дня работать, два дня отдыхаешь. И не листовки раздавать, а в этом заведении кофе-латте, пирожочки всякие, не пирожочки, пирожные продавать. Не одна, самых несколько будет. Ну что? Два корабля и пальма соединились, соединяются. Вот они. Все, расход. Спрятались за пальмой. Разъезжаются. Деревья поливают, сейчас девушку вот я видел с лейки. Молодцы. Кафе здесь все. Да говори, что там. Что ты хотел сказать? Вот этот кот тоже сидит постоянно на этом месте. У каждого кота свой уголок. У каждого кота свой пятачок. Что ты хочешь сказать? Ну, где черепах продают, я говорю. Ну что, Саш? Делать-то будем. Пойду я домой, наверное, пусть идет гуляет. Можно на крышу залезть?
Завтра мне симпарику привезут на 30-40 килограмм собаки. Это хорошо. Симпарика. Нет, не подписчики. Из зоомагазина люди. Где-то еще откуда-то привозят. Из России, из других городов. Слава тебе, Господи, нашел, а то русские, наши не помогают, а это ништяк, она сразу через полдня уже действует. Собака перестает чесаться. Саша завтра уже уходит в 4 вечера до 8. Пока это. Проверочный вариант. Меня требует изучать там все туда-сюда. Сама работать хочет. Я ей вообще за работу ничего не говорил. Сама хочет работать. Вот еще хожу в белую майку ей. Прикид должен быть белая майка строго. Без цветочек всяких там, без всего, просто чисто белое, рабочее. Индюшка играет. Не знаю, понравится ей, нет, вот энергетик в зданиях, второй этаж. Вот индийские дела на втором этаже. Женские шмотки, там майки беленькие, без надписи, без всяких мордашек.